А вот такая температура установилась у нас в Бишкеке в последние дни. И если честно, то становится не в моготу. Не в моготу становится. Течет в три ручья, голова вот такая вот. Дышать фактически нечем. Жарко, жарко, жарко. И, конечно же, хочется, что хочется в этих условиях, естественно, махнуть на все рукой и рвануть куда? Правильно, на Иссык-Куль. Что я и собираюсь сделать в ближайшие дни. Штатив подводный мой готов. Сам я, собственно говоря, настроен решительно. И я очень хочу поехать туда, озеро Иссык-Куль. Это сказка, это фантастика, это тайна.